Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО Андрея Бурова, Татьяной Григорьевной и Евгением Валентиновичем. Боец был мобилизован еще в 2022 году. Он штурмовик в Луганской области. Родители участников специальной военной операции рассказали главе округа, чем можно помочь их сыну и всему подразделению, в котором служат еще несколько щелковских ребят. Андрей Булгаков пообещал в ближайшее время организовать отправку на передовую гуманитарной помощи. Обсудили и бытовые вопросы. Семья попросила помочь с бурением скважины на дачном участке. Глава округа ответил, что вопрос будет решен еще до осени.